Бля, слетает, смотри. Сейчас? Да. Но сама история начинается не здесь. Чё говоришь? Он баганый. Кто? В него зайти нереально, смотри. Почему? Ты заходишь и падаешь. Так вон этот Мансур, ты только что упал, там Мансур снизу был. Ну тоже вон падает. Вон он, Мансур. Так ты на аэробрейке прилети немного, ловишь. А где букмекерка? Ну, около эстейта. Около эстейта, да. Это а зайти возможно? Можно? Нет. Нет, проваливаешься. А в этом в риэлторке ее нет, не показывается? Не, а я чекал. А, рон, сервер пас, вот понимаю. Да, 5 часов. После того, как произошел рестарт, я подумал то, что бизнес пофикси, добавят инту и возможность его словить. Поэтому я сразу же поехал в риэлторку, но к моему удивлению, там бизнеса не оказалось, то есть он не отображался. Возможно, это такая особенность для данного бизнеса. В общем-то, после этого я поехал сразу к нему. Что такое? Словил случайно. Мне пиздец сейчас будет. Владос, это можно. О, инту добавили, кстати. Нихуя. Вар написал, бизнес будет доступен для покупки с 15.00-15.30. Ясно. Меня энерго спиздили. Ну вот. Меня толкали, долбоеб. Ну вот, это будет еще больше потом. Ой, блядь, не, я не могу встать. У меня чел сейчас хочет забрать. Короче, не, все. Я проебу, скорее всего, без окна. Ну прям энерго отталкивайте, долбоебы. Тупорылые. Как думаете, кто слышит? Да не точно не мой, да тебе возможно будет. Сейчас если надо энерго куда? Энерго надо, блядь, нахуй в ВВ прятать, чтоб тебя не нашли, блядь. Да. Короче, я на Маверике. Ну похуй. Ты думаешь, на Маверике словишь? Нет. А, ну, а быстрее на энерго, по идее, да? Ну, смотри. О, да, Ваня, да. Ваня. Ваня, чё? Ваня, а, ты видел сообщение, которое я кидал? Ты что, с риэлторки нужно быть? Да, и то, что Ваня этот... Да. Блядь, почему я так нервничаю? Ты тупой, никто из нас не словит все равно, блядь. Ну. А, да, все. А, так, именно то здание покажи мне. Вот ну-ка, стой-ка просто летит. Вот это, все. Понял, спасибо. Ребята, а, вы в курсе, что с риэлторки нужно? Не, не говори, ты что тупой? Мой даун. А вдруг у них забагается? Ну кто забагается? Забагается, бизнес отберется, нахуй. Да, с риэлторки же нужно. Ну, Вань, попробуй проедься. На максимальной скорости. Сейчас там все столбы словят, отвечай. Сейчас его занесет на повороте из-за фулл ПТ. Бля, нет, я так вспоминаю тормозить. Старую ловлю, нахуй. Мы просто я же тормозить буду. Да, здесь направо потом. Все, направо нет. Здесь нужно? Не, не сейчас. Ну вот тут вот на главном пути, здесь направо, да. Да, здесь направо. Здесь направо, и... потом налево. Тут налево. Какой тут налево, да? Да, да, и здесь прям по прямой едешь вот так. Да, вы будете быстрее, чем я, 100%. Не, лучше там точно не ставить, смотря не огородили уже все. Ты заебешься, это долго вам бежать. Ваня, дай на глотку, 100 лямов. Энерго в мясо положить? Да, просто положить в мясо и кинуть его, чтобы он, блин, валялся. А на какой сесть? На рандомный? На свой просто сядь, он просто будет в мясе стоять, ты увидишь его. Где ты оставляешь? Я не знаю, я там где-то оставил, блядь. Все, я тоже оставил вообще на похуях. Да? Как получится, так получится. Не было, значит, не было. С первого раза, как говорится. Короче, я тут оставлю, наверное. Ой, все, на второй этаж прижимаем. Я на первом этаже. Надо, я не знаю. Твой предел это экономки. Я знаю, бро. Твой предел это мои ролики смотреть. Ты, конечно, Вань так по-ебански встал. Не, надеюсь, он слетит. А, РКР, в вашей машине необходим ремонт. Какой? НРГ. Все, мы не словим. Когда выходить будут, с ними выйдешь. 65 человек. Нормально? О, сиси Камора. Тащи, Ваня. Твой НРГ наспавнили, Вань. Что мне делать? Меня кикнуло. Ну ты пахнешь бизнесу, не лови я его. Я на велике. Он не слетел, алё. Ваня, ебаш. Ваня, ебаш. На велике еду. Смотри, на велике побежал. Ты не слетел? Не, он не слетел, но едь, может, это баг. А, словил. Адриан Монстр словил. Это чел, который толкал мы этот. Джинсер, ты не успел, брат. Ну так мы энерго заспавнили. Тут с кем мы разговаривали, давай. Да. Ты с первого раза, как говорится.
Пососи. Да я богатый уёбок. Боже, блять, чел, боже, нахуй. Фу, блять, даже не говори, нахуй. Чё, блять? Чел. Что тебе надо, блядь? Чё, без слета сейчас, да? Ты челище. Ой, блядь, надо зайти, а то 9 слотов свободных, а я перезашёл. Пизда, реально без. Бля, у меня ещё нулевое иди. Сука. Это может, это значит... Бля, может, это знак реально, прикинь, это знак. Откати эти слова. Что? Может, это знак. Бля. И словишь, потом в ролике будет прикольно. Ваня, у тебя сейчас ролик? Да. Я могу поэт передать? Можешь. Передаю поэт своему другу, Герману. Другу Герману привет. Не, я не буду энергов пизду там оставлять, я оставлю это здесь. Зелёный энергов. А чё, сказали, что сейчас свет? Ну, возможно. Зелёный как свет. А я тебя забаню, бро. Фига, вот так поставили все. Бля, там и Блан говорит, что будет респить энерго. Да там рофли, блядь, что там? Да это в скине бомжа, чел. Короче, я ставлю свой энерго вот тут, не похуй. Ну, бля, смотри. А, мне уже реснули. Все, мне уже реснули. Да, слетает. Бля, слетает, смотри. Час? Да, слетает час. Блять. Если заспавнит, ну пидорасы будут. Короче, я у тебя сижу, Ваня, в мотоке. Да? Да. Ты открыл? Чел, ну что ты делаешь? Зачем ты толкаешь? У тебя ключи есть? Нет, открывай быстрее. Блять. Ваня! Слышь, фэмили. Разрешить. Я его открыл. Ваня, давай, давай. Ваня, ты ловишь? Да, бро. Блять, отойдите. Отойдите, Ваня, ребят, давай. Пожалуйста. Ваня, давай, Ваня. Ты на НРГ биткоин? Все реснули. Мой? Пидорас. Всех. Я знаю, что сделаю. Я просто выйду и у кого-то спизжу. Эркар, можешь эркарнуть мою? Я сделал. Ты перезаходишь? Да, я перезашел. Да ты не успеешь. Ты не успеешь сделать. Короче, я у кого-то спизжу. Бля, ну найс нахуй, спавнили мой НРГ. Я у кого-то спизжу, мне похуй. Никит, успел? Нет, я не могу зайти в риэлтор. Ну, блядь, ну все. Я в риэлтор только с 10-го раза не могу зайти. Я в гараж не могу зайти. Ну выйди нахуй, долбоёб. Я спизжу гандон у чела. Да, все стоит. Гони. Давай нахуй, на велике ловлю. Давай. Блять, давай, нахуй, должен! Блять, еду, давай, сука! Мой биз, блять, еду нахуй! Блять, там чел сзади на хуйне. Не успел, блять, там школьники эти. Давай нахуй, бля, там ФБР едет. Блять. Отойдите, блять. Изи, блядь, Джонни Стар в деле ловля на пределе, нахуй! На велике! Взял на велике, блядь, на велике! Там чел первый приехал, в тишину. Что? Я с риэлторки приехал, на велике. Я у чела... Бля, вы когда опру увидите, вы так охуеете, это пиздец. На велике, сука, блядь! Месье Фетти Вап, будьте добры, скажите этим сукам. Прикинь, на велике словишь. Нет, ты купи документы, ты пахнешь и все, словил бизнес, нахуй. Да не, я на велике, думаю, поеду. А если он словит, Ваня? Я по приколу на велике поеду. Ваня, да. Да, вдруг заспавнит. Ну, блядь, ну да. Так он с друга. Терри. Чё? Какие будут твои реакции, если Ваня словит? Или кто-то из нас? Так он в КП здесь сидит, как он словит, блядь. Ну, блядь, ну кто-то из нас, если словит меня. Словит. Да, никто не стоит, пацаны. Почему? Типа, мы слабые? Не, а если? Ну прикинь, я 100 миллионов ставлю, что вы не словите. А если мы словим на велике? Я вам велик пришлю в настоящей жизни. Будете ловить дома, нахуй. Клянись, подожди, Ваня, клянись. То, если что если кто-то из нас словит на велике, то ты нам... Клянусь. Блядь! Плюс велик. Я откатил.